Доброе утро. Вчера мы с вами были в двухнедельных Хуманах. Могу честно сказать, кроме того, что я что-то купила себе и примерок особо для продажи, я не нашла товар. Такое тоже иногда бывает. Это, как говорят, не все коту масленица. А сейчас мы с вами подъедем в маленькие секонд-хенды и посмотрим, что сегодня там можно будет найти. Так что, ой-ой-ой, вот так бывает за рулем у нас. Ау, так бывает за рулем. Так что, все мы с вами сейчас продолжаем наше видео, продолжаем наши поиски. Быстренько пробежимся по посуде. Довольно интересные тарелки. Наверное, ГДР такие раньше делали. Назывались Мадонна. Здесь представлены креманочки 6 штук из хрусталя. Скорее всего, ну, возможно, я ошибаюсь, может, это чешское стекло. Вот надо было купить, потому что они всегда украшают стол, когда ты хочешь красиво подать десерт. Тарелки с сахарницей и довольно интересный поднос. То, на чем они стояли, это мы уже потом рассмотрели. Довольно много фужеров было и стаканов для сока, и чайные пары, и тройки чайные, чашечка, блюдце и тарелочка для десерта. Вот такой лебедь для салфеток и ажурное блюдо для фруктов. Взяла сейчас вот это платье, например, к сожалению, тут пуговица оторвалась, она мне в груди маленькая. Мне просто вам хотелось показать, что вот такое интересное винтажное платье. И по форме, конечно, оно очень интересно сидит. А из чего оно? Оно синтетика, к сожалению, синтетика. Просто, ну, вот как-то вот фасон, свет и очень такое интересное. Ну, так, к сожалению, пуговицы это так можно было расстегнуть. А нет, ты... здесь пуговица пришита, я не могу расстегнуть. Она вообще пришита? Да, ну, то есть, ну, просто вот показать. Угу. Так оно, конечно, очень элегантно. Так, еще одна пуговица улетела. Петик. Нужно. Сейчас мы нашли вечернее платье такого плана магазинчика. Хорошо села. Надо загореть под него. Очень красивое вечернее платье. Контрастное розовое, нежно-розовое верх. И юбка на талии, прихваченная поясом. Очень хорошо смотрелась и очень красиво сидела она, Наташа. Не всегда удается в магазине подобрать комплект. Нам понравилась вот такая юбка в пол из вискозы с интересным ярким принтом. И под нее единственное, что более-менее подошло, это вот такая майка ярко-малинового цвета с прикольными кисточками. Сейчас мы покажем их поближе. И нужно сказать, что вместе с белыми кроссовками и с джинсовой курткой получился довольно неплохой комплект. А вы как думаете, дорогие зрители? Будем ждать вашего мнения. Сейчас мы с вами находимся в другом магазине и хотим вам показать несколько сумочек, которые нам понравились. Одна из них вот эта от River Island из кожезаменителя. Все декоративные элементы выполнены на цепочке. Видите, три таких бутона цветка разных цветов для украшения этой сумки. Внутри сумка стоит 6 евро 20 центов. Внутри, вы видите, разделена сумка на два отделения и имеется подкладка, внутренний карман и ручки на цепочке. То есть очень интересная, симпатичная сумка. В сбоку, видите, тоже подобрана по цвету другого цвета кожа, ну или не кожа, кожезаменитель. И по бокам тоже довольно интересные в углах сумки декоративные элементы. Такая симпатичная сумочка от River Island с тремя красивыми бутонами. Эта сумка, скорее всего, подошла бы молодой девочке, девушке. Она такая летняя, весенняя, с цветущими пионами, украшена такая флористический дизайн у нее. Такая сумка майка. Что там внутри? Подкладки нет, она, да? Золотая внутри. Ага. Внутренний карманчик, да, есть. Да, и тоже будем говорить о том, что сумка у нас оригинальная, видите? Угу. То есть вот такая замечательная сумка. И здесь еще какие-то подвески, посмотри, внутри сумки. Так, кисточки у нас. Кисточки, ага. Она вся упакованная. Все запечатанная. Вот такая сумочка.
Отличная сумочка. Дорогие зрительницы, зрители, не удивляйтесь, что у нас эти сумки лежат в куче. Мы выбрали то, что нам понравилось, отложили их на окно. И постоянно кто-то покушался на эти сумки, пытались их все время взять и посмотреть у нас. Вот такая сумка нам понравилась. Выполнена она из искусственной кожи. Есть два отделения, довольно интересные ручки у этой сумки. Тоже абсолютно новая. И производителя, к сожалению, нам не удалось найти. Возможно, где-то или в карманчике, или где-то, может быть, на каких-то застежках есть производитель, но мы не нашли. Вот так интересно украшена лицевая сторона этой сумки. Сзади на молнии карманчик. Вот такая интересная, с тиснением красного цвета оригинальная сумочка. Вот вы видите, там у нас еще есть Michael Kors. Вот женщина нашла сейчас для себя рюкзачок Гарри Поттер. Так, ну вот еще одна сумка из тех, которые мы хотели вам показать. Это сумка от Fiorelli. По форме чем-то напоминает саквояж с очень интересной, с клапаном впереди, с таким интересным выступом. Очень удобные ручки, достаточно вместительная сумка. Сзади у нее тоже имеется карманчик с молнией внутренней. И еще одна сумочка из тех, которая нам понравилась. Это летняя сумка молочно-белого цвета с золотой фурнитурой, с очень изящными ручками и достаточно неплохо выполненная. К сожалению, производителя нам найти не удалось опять. И цена у такой сумки 6 евро 60 центов. Ну, это вообще мне нравится, я не знаю. Если бы, конечно, здесь еще было добавлено, не знаю, натуральная кожа, деревянные ручки. Стоит она 5 копейками. Тоже без фирмы, но она интересная. Необычная сумка. Она как раз мне вот под этот стиль. По-моему. Да, в этом стиле очень даже. Да. Летний буха. Симпатичная. Но она неудобная ручки. Ну да, очень ручки неудобные. Так что возвращаем. Неудобные ручки. Еще одна сумка, мимо которой очень сложно пройти, это Star by Julian McDonald. Как-то мы вам уже рассказывали об этом бренде. Вот такая рыжая, яркая летняя сумка, которая украсит практически, наверное, любой наряд. И сумка эта стоила 8,20 и в очень хорошем, практически идеальном состоянии. Так же, как и практически все сумки, которые мы сегодня показывали в этом обзоре. Вот такая сумочка. Мы думали ее даже купить для себя, но потом не взяли. Как-то с находками, с примерками в этот раз было не очень густо. Как говорит Наташа, не все коту масленица. Взяли для примерки только два сарафана льняных. Один из них вот этот. Не нашли производителя. Примеряла я, правда, его на джинсы. И, может быть, из-за этого не получился какой-то образ. Или, может быть, с этой белой майкой он не очень хорошо смотрелся. Но что-то не очень понравилось мне в этом образе. И еще один сарафан от Made in Italy из льна. С большим количеством декоративных элементов. Видите, карманы с завязочками, планка с пуговицами. А, кстати, там имелась еще нижняя юбка с разрезом. В общем, все так очень сложно. Хотя сидел, может быть, он по фигуре и неплохо. Но, наверное, надо с каким-то другим верхом, наверное, примерять этот сарафанчик. Ну, в принципе, вот так. И хотели ваше мнение узнать, дорогие зрители. Как вам такая вещь? Нашли платье от Фабиани из вискозы. Платье, правда, винтажное. Думаю, что ему уже довольно много лет, наверное, каких-то 90-х. А с пуговицами из натурального перламутра. С такими мелкими цветочками. И вот я его решила примерить. Мне понравился цвет, этот желтый. Он какой-то такой позитивный, яркий. И в нем как-то было достаточно комфортно в этом платье. Дорогие наши зрители, у нас приближается праздник Лига. Это праздник летнего солнцестояния. В России он называется праздник Ивана Купала. Немножко там по датам не совпадает с вами. Но это ни на что не влияет. И на этот праздник мы с Наташей решили одеть какой-то национальный костюм. Это, правда, немецкий национальный костюм, это блузка. Юбочка сюда немножко не подходит, сюда надо что-то другое. Но я ее взяла просто чисто для примерки, потому что там были черные такие элементы. Возможно, вот в таком виде с чем-то другим мы будем встречать Лига. Захотелось показать вам вот такой винтажный сарафанчик. Очень оригинальный, он выполнен из льна.
и с изображением африканских животных, и по верхней части идет тоже оторочка из меха натурального. То есть вот такой контраст, мех, вроде бы летний сарафан из льна. Ну, достаточно интересно. Некоторые винтажные вещи есть действительно очень просто практически уникальные. Наверное, только в винтажном магазине можно встретить вот такие абсолютно уникальные вещи. В принципе, если бы не огромные плечи, ее можно было рассмотреть не то чтобы для покупки, но хотя бы для примерки. Это натуральная замша, и на черной основе вплетены вот такие ленты разноцветные. И получилась такая абсолютно уникальная куртка. Нашла довольно интересную куртку или жакет от Six Friends Company Young Fashion and Jeans. Вот такое название длинное. И этот жакет привлек мое внимание в первую очередь своими замками. Видите, замочки такие, как раньше использовались на портфелях или, может быть, сумках, их вот 5 штук. Это придало этой куртке такой достаточно брутальный вид и довольно такой приличный вес. Но зато этот жакет идеально подошел к моим кроссовкам по цвету. В итоге получился такой комплект. Но не обращайте внимания на майку, которая у меня там внизу голубого цвета, но вот довольно интересные такие вещи можно найти в винтажных магазинах. Значок, надпись «Португалия», скорее всего, он приехал из Португалии, видимо, какие-то национальные такие орнаменты используются в ткани этого рюкзака. Очень яркая самобытная вещь, которую, наверное, можно было бы носить тоже летом с какими-то вещами из льна, только бога стиля, наверное, было бы неплохо. Сумка Forest из льна с элементами, с кожаными элементами в виде такой вот отделки. И по форме как саквояж, тоже довольно интересная сумочка. Вот такие три сумки, плетеные, выполненные из листьев. Возможно, это листья кукурузы, возможно, это ротанка с кожаными ручками, с довольно интересной пуговицей, которая застегивает обе стороны этой сумки. Вторая сумочка из ткани с золотой нитью и в цвет этой нити фурнитура, которая закрывает вот такие веревочные ручки. Все выполнено очень аккуратно. Летняя симпатичная сумка, бренд Made in Italy. И, наверное, годится такая сумка практически под любой наряд. И это сумка из бамбука. Вот такие симпатичные ручки. Очень яркая, нарядная летняя сумка.